Вообще, я книжный человек. Поэтому вопрос о любимой книге застал меня врасплох. Столько прекрасных книг перечитано за долгую жизнь. Какая из них любимая? Древние римляне говорили: «Tempora mutantur, et nos mutamur nibis». Времена меняются, и мы меняемся с ними. Меняются с временами и наши любимые книги. С годами осознаешь неприходящую ценность русской классики. Поэтому сегодня, наверное, самая любимая моя книга – это «История одного города» Салтыкова-Щедрина. Она опубликована в 1870 году, почти полтора века назад. Но читается, как будто написано сегодня. Вот послушайте. «Да памятует градоправитель, что ни от кого иного слава Российской империи украшается, а прибытки казны умножаются, как от обывателя. Посему казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателя надлежит со осмотрительностью, дабы не произошло для казны ущерба». Или вот еще. «Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития, а в остальном поступать по произволению». Салтыков-Щедрин знал свой предмет. Он был рязанским и тверским вице-губернатором. Прочтите «Историю одного города». В ней много поучительного и для нашего.